Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни, и сегодня я расскажу вам, как пройти новый форзатон. Что ж, поехали! За самое простое испытание можно получить 35 тысяч кредитов. Чтобы это сделать, необходимо просто завершить гонку. Подойдут как и доступные, так и любая из последующих. За следующее испытание можно получить уже 120 тысяч кредитов. Сразу скажу, что в русской локализации допустили ошибку, и вместо техники дрифт вам нужно выполнить технику скорость. Для выполнения испытания подойдет любой классический раллийный автомобиль. За третье испытание вы можете получить 55 тысяч опыта и 55 тысяч кредитов. Для этого необходимо завершить совместную гонку в режиме компании на автомобилях Hot Rod или Customs. Отдельную благодарность хочу выразить игроку MadMax6611 за то, что помог записать этот отрывок. Ну и последнее испытание – это победить в уличной гонке. Единственное условие – это использование автомобиля линейки Chevy Camaro. Но приз за данное испытание – это автомобиль Camaro Super Sport 69 года с бонусом на технике. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и удачи с выполнением заданий.